Ну вот мясо у нас кипит вовсю. Кипит уже почти 5 минут. Мне как раз позвонил мой друг. Переговорил с ним. И вот поговорили. Сейчас вот опускаю капусту. Немного капусты. Ну сколько получается там? Граммов 150, наверное. А может даже меньше. Ну, 1/3 вилка. Потом размешиваю. Ну, обычно говорят, солить надо в конце, но я предпочитаю посадить где-то в середине. Почему? Потому что я считаю, что все-таки соль должна впитаться в продукты, в ту же мясо, в ту же капусту. Поэтому не оставляем, как говорится, процесс вот этого соления напоследок. Солим прямо сейчас. Ну и придерживаюсь принципа, лучше не досолить, чем пересолить. Поэтому сильно не усердствую. Откладываем в сторону и начинаем размешивать. Размешиваем соль. Суп получился довольно густой. Сильно много картошки класть не буду. Буквально одну большую картошину разрезаю и кладу сюда. Картофель у меня уже почищенный, остается только и почищен, помыт, остается только его сбросить. Так, картошку я, которую заранее уже почистил, помыл, сбрасываю. Ее не так много, но мне хватит. Ну и все, теперь туда кладем специи. Ну, специи — это что у нас? Это чеснок, лук, ну и немного перца. Чеснок, наверное, сразу вот так нарежу на ходу. Казалось бы, когда чеснок отварится, ну, безвкусный, правильно? Но нет же, зато он придает такой пикантный вкус бульону, что мне очень нравится. Ну а дальше чищу лук, нарезаю его. Нарезаю как неудобно, обычно я его нарезаю наполовину, потом половину разрезаю еще наполовину. Ну, соответственно, еще и размечаю. Вот он. Чик-чик-чик. Все, опустили. Добавляем еще чуть-чуть соли, буквально немножечко. И все, мы там заканчиваем.